Вот мы вернулись в прошлое, я ему говорю. Мы вернулись в прошлое, там никого нет. Пусто, только мы. А мы ничего не умеем. Правильно, Нинсона говорит, ничего не умеем. Никто не помнит, как брать на себя ответственность, никто не помнит, что такое, и не знает, что такое иметь вообще частную собственность. Никто не знал, никто ничего не умел. Правда? Правда? Не умели, не знали, правда. Как быть без госплана, а как быть без планирования там на пятилетке? Да, конечно, в планировании была своя разумность, естественно, но в определенно других условиях. Но как вообще посмотреть, что будет со страной через 5 лет, когда невозможно сказать, что будет в конце недели? Ну, на самом деле, просто время-то течет, а мы все время от него отстаем. И все отстают, и Борис Николаевич отставал, и любой правитель отстает, потому что время все равно опережает любого лидера. Любого. Мы каждый день оказываемся в прошлом. Мы каждый день живем этим днем, на самом деле мы в прошлом. А нам бы опережать, нам бы накопить такой запас знаний, опыта и такой запас мощных, самостоятельных, независимых, смелых, сложных людей, чтобы они могли поработать с представлением, что будет там через некоторое время. А этих сложных, независимых, самостоятельных людей нет. Их уже нет. Кто-то расстрелян, кто-то убежал из Советского Союза, кто-то погиб во время Второй мировой войны.